Ягодка. Ягодка. Ягодка – это пушистый кролик с белоснежным хвостиком. Она очень нежная и изящная, но немного стеснительная. Но как только почует угощение, то припрыгает в ту же минуту. Привет! Я Ягодка. А тебя как зовут? Белоснежка повстречалась с Ягодкой во время лесной прогулки. Сначала робкая малышка ускакала и попыталась спрятаться от принцессы. Но нежный голос и теплые слова Белоснежки успокоили ее, и Ягодка с ней подружилась. Я рада тебя видеть! Здорово! Украшения для кроликов? Пожалуй! Теперь я зайка-красотулька! Ягодка очень милый зайчик.